Всем привет, с вами Макс Риск, Edge Waves, длинная серия, думаю, будет просто пока поиграем в гайды, тактики, все в этом духе. Да, все в этом духе хочу собрать и создать ролик своими руками. Ну, по-своему сделать. Так, я знаю, хочу сделать громкость повыше, ой, не лагает. Ну, возможно, сейчас в Discord, пока им игра грузится. А то еще пишет в комментариях, мне продолжать играть Edge Waves и... читать про обнову, она будет очень шикарно. Так, ну давай сейчас игру зайдем, потом уже будем читать. Давай, а то сейчас буду так лагать, как не сладко. Ну что, вижу, что новая обнова. Уже рассказывал. Welcome back. Я тебе там помог от воинов. Ну, у нас щит пропал. Я так не часто играю, поэтому так дела. Качаем, жалко. Будет хорошую работу, скорость самое главное, пару установим бесплатно. Ага, хочешь платно, спасибо, но не надо. Вот еще понадобится, сейчас можно. Ведь на русский изменить, слушай, у меня же куча роликов практически по-русски, давайте хоть на английском. Да, это 20 минут. А может быть на английском разговаривать. ДВГ, давай. Starbucks. О, смотрите, у нас по телевизору показывают войнушки. Люблю войнушки. Поехали. А, камушки. Окей, то есть камушки клавиши. Клавишам не нужно. Не, ну там есть такое вот. Пока что все нормально. Так, сейчас ускоряется потихонечку. Тихо. Чуть не сбился, слушайте. Ракета на Марс. Придумали отлично. Где бананы, кстати? Где мои бананы? Я не вижу банан. Банан. Вроде бы нормально. Ой, ладно. Только зачем кровь делать, вот не знаю, да. Не классно. Если играть для детей, то кровь очень понадобится. Зачем это сделать? Разработчики. Ошибка. Вы сделали геймплей красивый. Для детей. Но такое вот. С кровью. Так, друзья, не играйте в эту игру. Не, ну, не сходите туда, вот в магазинчик. Не играйте в это управление. То что-то вас затянет, будет плохо. Так, окей. Пошлите, покажу вам крутой наш код. Ну, а слышу поезд едет. Чук-чук-чук, ставлаки слышишь, тоже их слышишь. Ну, наверное, не слышишь. Они, конечно, далеко от нас. Ну, реально. Слышно, сейчас коронавирус, сейчас такой. А, куда идти? Ну, поезд, сейчас, зачем он есть? Ладно, что-то. Ладно. Так, что там в Дискорде? Пока я хочу зайти. Давайте почитаю кое-что новенько. Я тут в одной игре почитаю кое-что. Так, значит, поиск. Чего? И всем привет, клан. Идет на ворот игроков, которые хотят общаться и играть вместе. Папа, клан. Окей. Как-то они не хотят, что я буду терпать в данной игре. Так, что как дела? Чего, блин? Что произошло, а? Ну ладно. Прекрасно. А что это, а? Меня что удалили? За что? Я же там был хороший. Постройте что-нибудь. Меня больше нет. Друзья, меня больше нет. Ну зачем так делать? Я думаю, мы мирные. Так, что там про обнову гайды? Интересный контакт. Ну потом мы зайдем в контакт. Там вот куча сообщений. Так вот. Так, subscribe to channel and likes. Все равно люди. Может быть потом уже сделать, я пока я буду. Окей. Да я кого не понимаю, зачем вы так сделали, разработчик? Войти. Меня. О, чё за запах такой?
Реально, банки новые, смотрите. Раньше они были закрытыми, теперь их открыли. Почему разработчики мне не дают такие придушки? То, что я сделал. Или они уже не хотят, чтобы теперь. Ну, если бы сказали нельзя играть, то почему справки типа там? Справки данной игре там такого нет. Сейчас это приведет все дело, чтобы попривычнее. Корпуса. Привет из Турции, привет из Китая. О, я, кстати, фильм смотрел про Китай. Кунг-фу, пацан. Вот этот, кто там китайцы. Также где-то еще. Эй, в чем дело? Так, сори, я ничего тут не хотел делать. О, май гад. Ладно. Я тут вижу что-то типа того маленького. Я хотел сначала развиться сначала, да, друзья? Потом уже берешь, что игра не загружается. Так. Что такое болото? По-моему, тут прям, знаете, нарисовано как. Ну ладно, посмотрим карту, пойдем. Есть такая судьба. Судьба, значит, не снимаю, дело так делать. Ух ты. Название ролика. Что мне назвать ролик? На звук, как я хочу, да? Спасибо. Так, это автобус. Заросшими. Ну, вроде бы. На превью это, конечно, не понадобится, не понадобится. Вот, не знаю, если найду классную картиночку. Так, чужой, враг, уходим. Где эти солдаты? Это будет очень интересно, не на карту смотреть. Смотреть на карту любой сможет, а вот смотреть на что-то важно. Ну, по-моему, это классная картиночка. Я сейчас заскриню активу. Заскриню тут, ну и что-то картинку включу. Просто мне не на приюшке. Так вот так здесь получится. Я потом всосался. Типа того. Вот съемок, который снимает кучу. Ну, там, фотки тоже. Вот так снимает. Все, раз пошло, да, что еще нужно. Ну, это так на будущее, так некрасиво. Я бы туда не кликнул, но... А почему это двигается, а вы не двигаетесь? Что, блин, за баг такой? Выпустите меня! Баг игры! Ладно. Еще 20 минут, 20 секунд, я заканчиваю. Ну, до конца расскажу, как я делал брюшки. Фоткаю, ищу в интернете, потом захожу в монтировку. И называется, даже не знаю, Photoshop's CS6. И там, когда был модератором, я там тоже указал, там сам разработчик знает, что я там что-то делал. И что-то как-то бананов дает вообще 2500 бананов от диска. Все уже, игра закончена. Да вообще игра. Ладно, залью ролик, посмотрим. Какое ваше мнение на данный баг? И что это такое было? Пиши комментарий. Сделал превьюшку как получится. Поэтому всем удачи, пока. Подписывайтесь на мои все остальные каналы. Ссылки в описании. Лайк, подписка, комментарий. Закупил на комментарий, там что-то тоже важно. Дискорд, Макс, Лиск, Дискорд. В поисках на YouTube. Всем удачи и пока.